вот наша 20-я улица. Почти пришли. Почти пришли. Вот она, 20-я наша любимая улица. Вон, мужички пошли вперед. Я немножко отстаю. Красота! Вот это ни на что не променяешь. Этот запах, этот кислород. Разве можно от этого отказаться? Никогда. Сирень! А! Поет, старается. Такие дачные домики. Вот красивый домик. Наш там дальше. Певец, а? Певец, молодец. Ну все. Замолчал. Притих. Опа! Одуванчики. Прелесть. Чудесный аромат трав. Такие домики вот. Здесь уже практически как поселок. Все соседи друг друга много лет знают. Как родственники. Вон какой домик у дяди Кости с тетей Розой. Шикарный. Куст сирени. Все, на даче. Благодать Божья. Наши яблоньки в ряд 5 красавиц стоят. Вот это башкирская красавица. Вот это. Вот это золотой налив. Так. Вот та крайняя. А, вот это Антоновка. Вот это Антоновка. А это две. Не помню, как называются. Мама, а эти две яблоньки как называются? Вот эти. Вот эти вот возле забора яблони. Как называются? Вот мам, яблоня стоит около забора. Как она называется? Анис. Анис. Ну, это я так снимаю. Теплицу поставили в этом году маме. Тут смородинка. Вот теплица какая большая. Будем сажать сюда сегодня, высаживать помидоры, огурцы. Поздновато, но куда деваться. Смородинка вокруг теплички. Тут у нас слива. Слива. Крыжовник. Крыжовник, 2 кустика. Крыжовник, красная смородинка. Вот она. Тут у соседей вишня. У нас сливка. Вот, клубничка. Вот она, клубничка. Клубничка цветет, вся в цвету. Будут ягодки. Успеем поесть земляничку, клубничку. Вот, чесночок, малинка у забора там. Там наши соседи живут. Дядя Решат. Ландыши. Ландыши. Я же говорила, в этом году застану ландыши. Вот они красавцы какие. Вот они красавцы. У мамы садовый ландыш есть. Хоть насладиться запахом, ароматом. И наша сирень. Белая сирень. Пионы будут. Садовые васильки.
Красотища. Вот они какие красивые. Шмель. Ой, или оса. Кто-то там летает, опыляет. Покажу сейчас, что мы с мамой посадили сегодня. Ребятишки сегодня все сучки пообрубали на яблоньках. Вот они какие красивые стоят, кроны вверх. Кроны только наверху остались. Вот посадили петунью. Цветочки будут. Астрочку. Вот астрочка. Астрочку посадили вдоль забора. Астра будет. Там гвоздичка растет. Вот еще петунья. Гладиолусы. Гладиолусы бабушка посадила. Три рядочка. Сейчас теплицы. Посадили огурчики. Вон какой их ряд большой. И будем сажать сейчас перчики. Помидорчики. Вот они у нас стоят. Огурчики. Красавчики наши. Вот. А сюда сейчас будем сажать помидорчики. Викторию сегодня обработали. Вот она, красавица, стоит. Все сорняки поубирала. Жгем веточки сухие. Вот еще тоже тут всякие сорнячки пособирали. Вчера долго-долго сажали помидорки. Вот они стоят, красавицы. В тепличке им теперь тепло будет. Хорошо. Вот. И огурчики. Тут остались еще помидорчики. И огурчики тоже все стоят, как солдаты.